Отлично, нам повезло. Давайте начнем отсюда. То есть, если ты приезжаешь с другом, то можно делить плату. Точно. И также множество других мер безопасности. Наверное, камеры наблюдения. Да, вот, например. От сессии до сессии живут студенты весело. Было когда-то такое выражение. Поставьте лайк под видео, если его помните. А вот где живут студенты и сколько стоит жить студенту в Англии, мы узнаем в сегодняшнем видео. Мариади сегодня в Оксфорде, том самом городе, который на весь мир прославил Оксфордский университет. Но подождите, речь сегодня пойдет не о нем. Однако, если хотите и об Оксфордском университете видео посмотреть, то на нашем канале есть и такое. Как всегда, по ссылке в описании. А сегодня мы в Oxford International College, Оксфордском международном колледже. И как раз здесь готовят студентов, которые потом поступают в тот самый Оксфордский университет. И живут такие студенты в суперсовременных общежитиях в самых комфортных условиях. Хотите увидеть все своими глазами? Ну, конечно, конечно. Тогда за мной. Итак, добро пожаловать в Student Castle. Это одно из общежитий, используемых Oxford International College. Именно. Да, добро пожаловать в Student Castle. Меня зовут Сэй. Какой дружелюбный прием. Это общежитие Student Castle. Окей. Которое, конечно же, используется Oxford International College. Такое современное здание, я должен отметить. Да, здание современное, это 100% правда. Давайте зайдем. Сейчас мы заходим в зону рецепции. Вот где встречают студентов Student Castle Oxford. Круглосуточный доступ. И всегда есть кто-то на рецепции. Администратор работает с 8 утра по 8 вечера, и также охрана с 6 вечера до 8 утра. То есть здесь всегда кто-то есть. Да, здесь всегда можно получить помощь, если студентам она необходима. И вы готовитесь к Хэллоуину, да? Именно, да. Хотим порадовать студентов. Жуткая ведьма! Жуткая, очень жуткая! Сейчас мы поднимемся наверх. Кем будете на Хэллоуин? Уже решили? Еще нет. Я все еще обдумываю, какой костюм надеть. Наши подопечные, которые уже успешно поступили и отучились в Англии, или еще только начинают свой путь, всегда с особым теплом отзываются о своих так называемых общажных временах. Как же у английских учебных заведений получается сделать жизнь в общежитии веселой, а атмосферу теплой и дружной? А вот это хороший вопрос. Во-первых, со студентами постоянно находятся так называемые house parents – воспитатели, если ребенку меньше 18 лет. Они поддержат советом, окажут любую помощь, не зря их называют по-английски родителями. Во-вторых, студенты могут посещать тренажерные залы, бассейн, общаться с друзьями в общих зонах и готовить перекусы на общей кухне. Ну и в-третьих, менеджеры общежитий постоянно организовывают совместные мероприятия, которые сплачивают студентов. Итак, это кафе. Хорошо. Им могут пользоваться все студенты. Знаете, чтобы перекусить или поучиться, или чтобы посидеть здесь в тишине в свободное время. Такая общая зона. Такой классный здесь дизайн интерьера. Да, именно. Можно присесть? Да, да, конечно. Удобная, красивая и удобная. Очень удобно. И очень интересный дизайн. В общем, студенты Student Castle приходят сюда, кушают, отдыхают и учатся. Ну или можно здесь спеть караоке. Да, можно и такое сделать. Мы открыты к любым предложениям. Поэтому не проблема. А у вас здесь проходят студенческие вечера? Да, да, иногда такое проводим. Давайте сейчас зайдем в еще несколько зон, о которых я вам быстренько расскажу. Например, вот здесь почтовые ящики, чтобы студенты могли получать письма. И дальше мы назначаем пару студентов, которые их забирают из нашего офиса и доставляют. Понятно. Открытки от родителей. Да. Отправляют детей учиться в Оксфорд, а сами в путешествие. Точно. А это боксы для учебы, которыми студенты могут пользоваться 3 часа в день.
Для того, чтобы здесь поработать, необходимо подойти к нам или на рецепцию и ее забронировать. В любой предпочтительный день и время. Понятно. Очень хорошо, это отличный бонус, что у вас такое есть. Да, это великолепно для групповых работ. Или если хочешь поучиться в одиночестве. Такие у них есть возможности. Да. Хорошо. Стол для бильярда. Точно. Это еще одна общая зона, которая предназначена для развлечений. Можно приходить, играть в любое время. Нужно просто подойти на ресепшн и взять инвентарь. Взять, и когда закончил, вернуть обратно. Это потому, что можно нечаянно что-то потерять или забыть, и придется платить. А если брать и возвращать, то все будет в сохранности. Верно. Давайте я вам вкратце расскажу, чем здесь могут заниматься студенты. Здесь мы организовываем 2-3 киновечера для студентов. Кинопросмотры. Да, киновечера. И мы это делаем, потому что студентам иногда не хватает времени друг друга узнать, познакомиться. А на киновечерах мы предлагаем закуски. А где экран? А экран там, пожалуйста, проходите. Извините, он был за колонной. Киновечер без экрана? Как так? Вот, эту зону мы обычно занимаем. Бронируем ее в общежитие. Чтобы убедиться в том, что другие студенты, которые здесь также живут, нам не помешают. Да-да. И также мы предлагаем закуски. Попкорн? Попкорн, газировка и сок, чипсы и так далее. И все довольны. Да. А сейчас мы двигаемся в следующую зону. Я был, как я уже говорил, в 100 различных школах. Да. И в университетских кампусах в том числе. Я такого никогда не видел. Таких условий? Да, таких общежитий. Здесь, как в 5-звездочном отеле. Точно. Поэтому, если вы выбираете себе помощника, профессионального консультанта по поступлению в Англию, вы пришли по адресу. Удача при мне. Как я уже сказал, я был в сотнях школ и университетов по всей Англии. С каждым учебным заведением мы знакомы лично. А как еще можно убедиться в качестве их услуг? Если мы предлагаем вам учебное заведение, это значит, мы уверены в его учителях и методах. Если говорим, что общежитие в этой школе хорошее, значит, мы были в этих комнатах, заглядывали в гардеробы и сидели на кроватях. Ну а если говорим, что в этом университете или колледже еда вкусна, то уж точно ее пробовали сами. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом из указанных в описании. Мы расскажем вам все, что знаем о британском образовании. Рассмотрим конкретно ваш случай и поможем на всех этапах поступления. Прачечная, отлично. Да, это наша прачечная, конечно же, доступная всем в Student Castle. И это единственные дополнительные расходы, которые студент несет. У нас здесь написаны цены. Хорошо. Стирка 3,50 и сушка 1,90. Да, и они достаточно большие, так что можно много вместить. Да, давайте сделаем такой спецэффект. Это сушильная машина? Нет, это стиральная. Сушильная наверху. Хорошо, очень хорошо. Тренажерный зал. Это тренажерный зал, предоставляемый Student Castle. Нам он полностью доступен и можно пользоваться бесплатно. Ничего за это не платишь. Это бесплатно? Да, да, да. Я не тренировался с начала COVID. Понятно. Не повредите спину. Отлично, хорошая тренировка. Да, лучше не переусердствовать. Точно. Конечно же, для студентов здесь созданы все условия. И, конечно, учтен аспект безопасности. Они здесь находятся под присмотром для того, чтобы не навредить себе. У них есть инструкторы? А, имеется в виду у младших студентов. Да, и вот, отличный тренажер. Да, именно. Вот этот. Да, на мой взгляд, оснащение здесь лучшее из возможных. Студенты учатся, отдыхают, занимаются физической нагрузкой. Знаю, что самое интересное – это комнаты. И вам уже не терпится на них посмотреть. Точно? Именно?
Но перед тем, как перейти непосредственно к ним, я хотел бы напомнить вам, что на нашем канале вы найдете еще множество видео из Оксфордского международного колледжа. Это и экскурсия по колледжу, и видеоинтервью с директором, учителями и студентами, и отдельное видео из столовой колледжа. А также целая серия выпусков со знаменитостью «Селебрити» в сфере английского образования Ясмин Сарвар, которая помогла поступить в топовые университеты не одной сотни студентов. Очень советую посмотреть. Сейчас мы пойдем посмотреть комнаты. Вообще у нас три категории комнат. К сожалению, две из них полностью заняты. И нет пустых. Единственная комната, которую я могу вам показать, это двухместная комната. Двухместная. Да, поэтому я покажу. И также покажу, как устроена общая кухня, квартира. Это 6 комнат, и у студентов общая кухня. То есть у вас одноместные и двухместные. Студии, да. Одноместные, двухместные и студии. Три категории. И, наверное, студия самая дорогая. Именно. И также она самая большая. А можете мне дать примерную разбежку цен? Да, конечно, да. Поправьте меня, если я не прав. Двухместная – 20 тысяч, за квартиру – 25 тысяч и за студию – 27 тысяч. И также цены написаны у нас на сайте. Хорошо, 25 тысяч – это за одноместную, в квартире. Да, студия – 27 тысяч и двухместная – 20 тысяч. А девочки и мальчики живут здесь, в одном здании. Или отдельно? Нет, отдельно. Блок Е для студентов женского пола, а блок F для мужского. В этом плане у нас строгая политика, и студенты не могут быть перемешаны. Но в общих зонах можно встречаться. Вне общих зон. Не в самом здании. То есть не в самих квартирах. Не в квартирах, а только в общих зонах. Именно, да, конечно. И также множество других мер безопасности. Наверное, камеры наблюдения. Да, вот, например. Камеры и также современные технологии. Например, у нас нет ключей, а только карточки. И мы их сканируем считывателями. Вот так. И можно открыть только двери, в которые доступ разрешен. Больше никуда зайти не получится. Это тоже меры безопасности. Кстати, безопасность – это важный аспект при выборе учебного заведения, о котором многие забывают. Конечно же, в первую очередь нужно смотреть на программы, качество преподавания, условия размещения. Но ведь родители, которые находятся далеко, должны быть также на 100% уверены, что их ребенок в безопасности и под присмотром. Обязательно уточняйте на вашей бесплатной консультации о мерах безопасности в конкретной школе или колледже. А мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Сейчас мы заходим в двухместную комнату. Извините за беспорядок. Кто-то из персонала здесь жил и еще не успели убрать. Это двухместная комната. Здесь две односпальные кровати, место для сидения и отдыха. За эту комнату 20 тысяч. Извините? 20 тысяч. Да, за эту 20 тысяч, да. 20 тысяч за год. Да, это двухместная, но какой-то уровень приватности есть. Да, обычно эту комнату берут студенты, друзья, или, может быть, которые уже подружились здесь и хотят жить вместе. Плюс этой комнаты в том, что ты платишь половину суммы. По 10 тысяч каждый студент. То есть не каждый по 20 тысяч. Не каждый по 20? Нет, нет, по 10 вы делите сумму. Это огромный плюс. Да, это отличная экономия. И также здесь два шкафа для каждого студента. Два стола, шкафчики. А в каждой комнате есть кухня. Да, именно. Комнаты студии двухместные все с кухней. Это очень хорошо. И размер ванной комнаты примерно одинаковый. То есть, если ты приезжаешь с другом, то можно делить плату. Точно. И ванна везде похожего размера. Да, да. Отлично. Нам очень повезло, мы с вами также увидим студию. Заходим. Не поверите, из этой комнаты съехали, и мы уже здесь сделали уборку. Я покажу вам еще и студию. Отлично, нам повезло. Давайте начнем отсюда. Это комната-студия. Это студия. Отлично. И в студиях все предоставляется. Кухня, столы. Удобно. И также хранение. Большая кровать. Да, почти king size.
Точно. И также есть мини-холодильник и морозилка. Это отлично. Шкафчики, рабочий стол, книжные полки. Это за 27 тысяч. Точно, 27 тысяч в год. Наверное, окна звуконепроницаемые. Да. Здесь полки для книг, и еще здесь рабочий стол. Конечно же, своя ванная комната. Во всех комнатах есть ванные комнаты. Мило и просторно. Да, я видела меньше. Все ванные комнаты примерно одинаковые. Понятно. Так много хранения. Да, очень много. И можешь также контролировать температуру. Отлично, замечательно. И в некоторых комнатах также есть кондиционер. Даже так? Знаете, это редкость для Великобритании. Да, точно, правда. Например, этим летом было очень жарко, правда? Да, поэтому студенты в общежитиях были очень довольны. Также мы предоставляем услуги по уборке комнат. Как часто? Все зависит от желания студента. Раз в неделю, раз в две, раз в месяц. Но это за дополнительную плату. Да, 35 фунтов за уборку. Или можешь убирать сам. Да. Честно говоря, большинство наших студентов, 80%, заказывают уборку. Ленивые. Ленивые. О, ленивый. Ага. Можете подумать, ленивые. Но они же еще молодые. И также на них очень давит учеба. Но можно привозить собственное постельное, если хочешь. Да. Ну, в смысле, купить здесь. Да, конечно. То, что мы убираем комнаты, это значит, мы предоставляем все. Простыни, подушки и так далее. А когда студент приезжает, мы даем ему набор. Это набор, в котором есть все. Думаю, что я уже все вам показал, на самом деле. Очень хорошо. И вы близко находитесь к железнодорожной станции, это удобно. Для студентов это отличная локация. Например, железнодорожная станция, торговый центр. Все рядом. Студенты любят Доминос за углом. Доминос пицца. Продуктовые магазины, все в 5-10-15 минутах пешком отсюда. И даже в будние дни до классов меньше 10 минут ходьбы. Да, мы шли минут 10. Да, причина, по которой наше общежитие находится близко к аудиториям, это чтобы студенты не переживали по поводу транспорта. Мы предоставляем его, если нужно, но обычно все очень близко. И также можно купить велосипед. Не обязательно новый, можно и поддержанный. У вас мастер-ключ. Да, доступ везде, как и у всех работников. Да, да. Это наше хранение велосипедов. Student Castle предоставляет студентам собственные велосипеды. Есть студенты, у которых нет своего, или они не могут себе его позволить. Поэтому можно снять велосипед на день и вернуть. Сколько стоит? Бесплатно. Правда? Это правда. Надо же! Да, как я уже сказал, это для тех, кто не может себе позволить или не хочет покупать велосипед. Так здорово! Да, они приходят на ресепшн, получают ключ и потом возвращают. Но единственное, что я всегда упоминаю, если потерять, то стоимость очень велика, около 350 фунтов. А сколько такой велосипед стоит? Ну, не знаю. Но это бывает крайне редко. Просто хорошо об этом знать заранее, на всякий случай. Нужно об этом заботиться. Именно. Вот такое общежитие, друзья. На мой взгляд, высший класс. А у вас какие впечатления? Оставляйте свои мысли в комментариях. Ну и, конечно же, ставьте лайки, если понравилось это видео. Будем на связи, увидимся в новых видео или на вашей бесплатной консультации. Ну а на сегодня все. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.